Концерт в памяти Великой Отечественной войне прямо во дворе жилого дома. Встреча абсолютно нового формата. Ее организовали в рамках проекта «Герои Химок», который стартовал в округе в День Победы. Лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Ирина Беляева и Юлия Ишкова вместе с химчанами почтили память героев тех сражений. Жители, наши соседи, могут не просто провести время на свежем воздухе в своих дворах, но и услышать литературно-музыкальные композиции профессиональные. И дети могут узнать интересные факты о Великой Отечественной войне. Главная задача проекта «Герои Химок» – воспитать патриотизм у подрастающего поколения и дать понять, что помнить о подвиге предков важно не только 9 мая. Мы должны понимать, что среди химчан тоже есть герои, которые участвовали в Великой Отечественной войне, и также есть труженики тыла. Всю подробную информацию о героях-земляках можно узнать на сайте проекта «Виртуальный музей. Химки. 1941-1945. Все для фронта, все для победы», который был создан благодаря самим жителям.